Майни вновь с вами, всем привет, и сегодня у нас необычное видео, потому что мы не смотрим видео, а открываем вместе с вами вот такую вот посылочку. Это украинский аналог лутбоксов, вот такие вот дела, давайте вместе откроем, оценим, посмотрим, может быть удивимся, погнали, короче, чего мы ждем. Окей, у нас тут такая разноцветная упаковочная бумага, и под ней уже что-то я вижу. Это что-то мне очень нравится. Давайте открывать, давайте смотреть. Давайте я вам не буду спойлерить, что в посылке будем вытаскивать по одному предмету за раз. Так, первое-то у нас, гляньте, 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 какой он милый, гляньте, какой он классный. А качество, кстати, очень хорошее, кстати, очень классное, и он на присоске, не знаю, будет эта присоска где-то держать, я не знаю, куда даже сейчас повесить, но сама плюшка очень милая. И чтобы вы видели, вот, не знаю, наведется, не наведется, тут написано Marvel, то есть это игрушка официальная от Marvel, вот такие вот дела, качество, кстати, вполне, даже не вполне, а очень хорошее. Ребята, вы не поверите, что тут есть, носки. Они, конечно, будут маловаты для моего 45 размера, но. Давайте их оторвем. Посмотрим один носочек. Вы знаете, какой он милый? Железный человек с усиками. На самом деле, если у вас есть брат или девушка, или сестра, которая увлекается Marvel, да и просто они какие-то очень красочные, очень красивые и качественные, хочу сказать. Это не какой-то обоссанный Китай, простите за выражение. Это реально хорошее качество, то есть... То есть они реально хорошо сделаны, могут поближе подвести, чтобы видели все ярко, не какие-то там тусклые цвета и прочее. Можно их одевать на руку. Я не знаю, зачем, конечно, это делаю, но... Я спасу эту галактику. Ладно. Это было слишком. Так, носочки, кстати, они тянутся очень хорошо. То есть, в принципе, ну для маленькой ноги они точно подойдут. Это у нас, ребята, то есть если вот так сейчас покажу... Покажу вот так. Формочки для выпечки и не только. Потому что, блин, тут можно и лед, в принципе. Потому что силикон, он подходит для всего. И для выпечки, можно и конфеты тут делать. То есть просто плавите шоколад, заливаете сюда, ложите в холодильник. У вас получатся конфеты. Если вы хотите, кстати, увидеть видео, как я тут делаю шоколадки, лед и прочее, пишите в комментариях. Я сделаю шоколадки и покажу, как они выйдут. Вот такие вот дела. Кстати, очень ништяковая штука. Можно даже печь какие-то мини-кексики. Вон, тут есть у нас кто? Marvel. Тут у нас есть две головы железных человека. Вот. Рука железного человека. Треугольник станиста. На самом деле, я чуть не совсем вдупляю пока сразу, что это. И какой-то кекс. Вот такие вот дела. Шестеренка. Если, конечно, на шестеренку тоже не похоже. Я не слишком посвящен в теме Marvel. Так, смотрим дальше. Смотрим дальше. А дальше у нас, ребята, что-то очень пахучее, потому что... Это мыло. Soap. Давайте его сразу достанем. Опа-па. Мыло Marvel. Видите, опять же... Кстати. Не кажется или... Ага! Я рассекретил, оно идеально подходит. То есть туда же можно мыло делать, то есть... Если есть люди, которые занимаются тем, что делают сами мыло, то, в принципе, эти формочки для мыла вполне подойдут. То есть, вон, это мыло сделано как раз в той формочке. Это круто то, что это handmade. То есть, это люди сами сделали это мыло для каждого, кто купил эту посылочку. И это очень приятно. То есть, осознавать, что для тебя что-то сделали своими руками. Это круто. То есть, не какие-то дети китайские в подвале делали это мыло, а то есть, это делали реально те, кто присылали... эту коробочку. Спасибо вам, ребята. Это очень круто. Пахнет оно... Я не знаю, чем оно пахнет. Сложно определить. Конфетами какими-то. Но он очень... Ну, тут очень пахучее. То есть, я не знаю, оно еще там належалось, в принципе. Надо будет помыть руки, понюхать. Это очень странно звучит. Звучит, как будто я токсикоман. И последние две вещи осталось. Давайте сразу покажу такую маленькую штуковину. Это наклеечка Mystery Box. Она, к сожалению, бликует. А не, вот так нормально. И еще наклеечки. Еще наклеечки, потому что я прочитал. Тут написано. Не видно, что тут написано, потому что слишком сильный свет. Наклейки там написано. Пум-пум-пум-пум.
Я зря это, наверное, показываю на камеру, это очень странно выглядело. Воу-воу-воу-воу-воу! Гляньте, какие они крутые, ребят. Гляньте, какие они реально крутые. Хоть они сейчас публикуют у меня тут. Вот эти вообще классные, гляньте. Тут вам и Железный Человек, и Спайдермен, и всякие вот эти бум-бау в стиле комиксов. Короче, это действительно годно. Очень крутые наклейки. И тут два листа. Еще один лист. Чу-чу-чу-чу. Вау. А гляньте. А вот тут у нас Дэдпул, всем так полюбившийся. Спайдермен, даже есть вот Спайдермен из старых-старых мультиков. Вот я его покажу вам. И вот есть Дэдпул, как стримерша Карина. Вот такие вот дела. Это было все в этой посылочке. Особенно мне порадовал Спайдермен. Он вообще топовый, он прям... Не-не-не, все. Возьму. Вот он такой. Он классный, он действительно шикарный. Я его куда-то положу. Мне он нравится. Вот прям вообще жутко нравится. И хочу сделать такой небольшой розыгрыш. Очень маленький, конечно. Поскольку мне эти наклейки реально некуда девать, их реально некуда цеплять, я думаю их разыграть. Среди только подписчиков в Украине, потому что в Россию отсылать наклейки чересчур дорого, я считаю. Извиняйте, ребята из России, не потому что я не люблю русских, потому что просто дорого туда отсылать на самом-то деле. И чтобы поучаствовать, надо сделать простые телодвижения, прям вообще легкие. Это зайти на мою страницу ВКонтакте, ссылочка будет в описании обязательно. Сделать репост записи с видео вот этим, который вы сейчас видите. Вы его увидите на странице в этот момент. И все, то есть репост, добавить друзья, больше ничего не надо. Посылка, то есть отсылка и... За доставку оплачу, конечно же, я. То есть вы получите просто бесплатные наклеечки. Приятненько, и мне будет приятненько то, что кого-то я немножко порадую. Все. Ребята, чтобы заказать такую же посылку или новую, на новую тему, то есть здесь там и на тему пространства и времени, это у нас Star Wars, это у нас Доктор Кто, это у нас еще... Назад в будущее, или назад, да, назад в будущее, и еще там были про GTA, то есть там и геймерские посылки тоже есть, про GTA и Breaking Bad. То есть каждый месяц новые посылки, это очень интересно, можно купить подписку и получать то просто в течение каждого месяца новые посылки. Если вас это интересует, ссылочка в описании на этих ребят, самая верхняя ссылка будет. Им большое спасибо, что прислали такую чудесную посылочку. А теперь... Не забывайте подписаться на мой канал, поставить лайк, добавить мне друзья ВКонтакте, не только ради розыгрыша, а просто добавляйте, общаемся. Всем пока!